Чувашии, как и по всей России, пройдет традиционная акция «Тотальный диктант». Уже известна дата – 8 апреля в 15 часов. Текст составил писатель Леонид Юзефович. Проверить свои силы в знании русского языка может каждый. Что для этого необходимо, смотрите в нашем сюжете. В столице республики подготовка к диктанту подходит к завершению. Желающие еще могут успеть на заключительные бесплатные занятия по изучению правил русского языка. Они проходят каждую пятницу в 18 часов в ЧГУ имени Ульянова, а также попробовать свои силы в конкурсе «Народный диктатор» и стать главным действующим лицом масштабной акции «Диктором». Для этого участник должен записать видео своего прочтения текста диктанта и разместить на странице ВКонтакте «Тотальный диктант в Чебоксарах». С каждым годом количество участников становится все больше и больше, потому что интерес к русскому языку, к проблемам сохранения грамотности в обществе растет. И в последние годы русский язык воспринимается как то, что объединяет русский народ, то, что важно для сохранения национальной самобытности жителей нашей страны. В Чебоксарах будут работать 5 площадок. Основная в ЧГУ имени Ульянова. Туда можно прийти без предварительной записи. А вот чтобы попасть на участки в Национальной библиотеке, 31-й школе, гимназии номер 6 и в детском центре имени Гайдара, необходимо пройти регистрацию, которая начнется с завтрашнего дня. По России в этом году участие в «Тотальном диктанте» примут более 800 городов. Ожидается, что будет около 200 тысяч участников. И в нашем городе, как правило, число участников на уровне 500 человек. Но мы надеемся, что в этом году, с учетом увеличения количества площадок, с учетом повышения интереса, народу будет больше. Написать диктант можно будет также в режиме онлайн на сайте totaldict.ru в ходе прямой трансляции. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.